Эй, на связи Виталий Старк, это новая серия на проекте Arizona Mobile 1. Ссылочка на данную игру и сервер, на котором я играю, в описании под видео. Также мой промокод хэштег Старк, вводите его и получайте халявные бабосики. Ребятушки, сегодня мы отправимся на смуг, меня шатает немножечко, потому что я немножечко, может быть, да ладно, шучу. Короче, будет весело, интересно и желаю вам приятного просмотра. А кто кушает, приятного аппетита. Короче, сейчас мы отправляемся на смуг. Помните, в предыдущей серии я вступил в банду Рифа? Так вот, пацанчики, короче, замутили какое-то громкое дело. Смуг, помните, в грубах мы ездили на смуг именно в этот, в ЛСА, в Лос-Сантос армию. Сейчас куда мы направляемся, я не знаю. Либо в Сан-Фиеро, либо же в Лас-Вентурос. Но, судя по тому, как мы едем непонятно куда. Но куда-то мы едем. И там нам придется стреляться. Во-первых, у меня брони мало. Я думаю, уходит твою налево. Да что ж такое-то? Везде лидеры уходят, твою налево. Везде сроки отстояли, везде. Ё-моё, куда двигаться-то? Я чё, с банды на банду буду прыгать опять? Я очень буду рад, если ты встанешь, само собой, на лидерку. Молодец, супер. То в грув, то в балл, теперь я в рифе. Так, броню мы оденем чуть позже. Да не, если лидер уйдет, будет другой. Ну, это самое главное. Ну, некоторые рифы, ой, некоторые лидеры, делают расформы и приглашают сюда только свои эти кап-составы. А там хрен его знает. Так, куда-то мы приехали, пацанчики, за орехами. Стойте, а можно я броню одену быстренько? One second, please, использовать. Спасибо, эй. Так, сейчас, броня. Супер, отлично. Готов, ёперный градовой. Все, я буду... А плюс С нельзя, да, здесь? Блин. А где у меня аксессуары? У меня не показывают аксы. У меня вообще аксов нету, меня не показывают. Сейчас сниму. Так, а что у меня, почему аксы не показывают? У меня пила. Все. Все, аксы снял. Больше не показывает, а то я не видел аксы. Твою налево. Меня могли завармить. Твою налево, ребят, что там происходит? А это наши? А это наши. Это что? А что здесь делать-то? Ё-моё, я не знаю. А! Свет! Где мой свет? Все. Так, что здесь, что здесь? Ну-ка, что здесь делать? Посмотреть содержимое. Что там? Что там интересного? Рассказывайте. Тут будет самое главное. Когда посылка будет? Сейчас мы будем щемить их на. Сейчас мы будем щемить всех, кто сюда приедет. А нас здесь очень много. У меня тоже есть винтовочка. Опа, опа, нападает, ё-моё, осторожно, осторожно, своего не попади, он бежит, смотри, смотри, бедный, 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 быстрее, 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 подбежал, отлично, успел, ё-моё, на. Конечно, сюда, на, понятно, что вам сказали, эй, вы пятеро, да, вы четверо, еще раз вас троих увижу, оба люлей получите, понял, ушлепок. А че вы в кучке сидите, а че это такое, о, парашют, ё-моё. О, а чё, парашют появился? Я не видел. Чё надо-то? 300, чё мне писать? 300, чё я делаю-то, не пойму. Сосёк у тракториста. Натуре трактористом буду я. Отсосё у визарда. Вина вам, я не отсосёшь, тебе придётся тебе. Ты сначала выучишь, что правильно говорить, братан. Опа, равняй, ну-ка, руки вверх, бах, хо-хо-хо, пацан, тебе плохо? Парень, что с тобой, парень, ты где? Парень, с тобой все хорошо? Вижу, что все хорошо, полетела птичка. А че, опа, да кто такие-то, ёперный городовой? Лежать на, быстрее отсюда на, не мешайте на, мы защищаем. Какое пятое звание? Что надо делать-то? Вы мне скажите. Я что-нибудь могу себе взять отсюда? Материалы. Вы исчерпали. Хорошо. Это кому ты сказал? Тебе, Виталик. Ну, пойдем за угол, пойдем.
Пойдем за угол, на. Я ждать не буду. Теперь твоя очередь меня ждать. Мои проблемы это мои проблемы. Мои проблемы тебя не касаются. А мне пол, а мне до лампочки. Тара-та-та, тара-та-та. Да-да-да, именно до лампочки. А кто сюда может приехать? Давайте им нащелкаем, давайте им лузганем, по лбу щелкнем. Пойдем, пойдем, пойдем за угол. Пойдем на. Пойдем на. Давай быстрее на. За угол на. Самый ближайший вон там, под мостом. Оп! Смотри, лопатой меня щеморнул, а этого... А чебурека этого чего не щеморнул? Заскамили мамонта просто! Заскамили мамонта просто! Я вообще балдею просто с ним. В натуре клоунаду развели фрейм. Ну-ка уволи этого Макса отсюда. Лопатой по хребту. Я вообще в шоке просто. Максу по хребту. Макс... Максимушка, что ты бегаешь? Что случилось, Максимушка, золотой мой? Максимушка, у тебя, кажется, проблемки небольшие, правильно? Да, 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 я слушаю внимательно. Опа, опа, ацтеки приехали, пацаны. Пацаны, пойдем, пойдем, раскидаем их, пойдем, пойдем, пойдем. Ща, они уже побежали, они уже сразу побежали. У нас здесь орава целая, я того просто в шоке. Макса только, смотрите, убейте со спины. Макса, Макса, Макса можно вальнуть, нормально все будет. Что такое, Алекс? Вот он и попался с первой серии, когда его бомжи унизили. Ну ладно, это уже вторая часть. И такое бывает. Кто там первую часть смотрел, посмотрите обязательно предыдущую серию. Там этот Алекс как раз есть. А, такой, такой, щеморной парень, ё-моё. Ничего себе, а что он как на ЛСПД приехал? А, он на вот этом голубом мотике приехал, ё-моё. Все окей, тогда окей, базара зиру. А, это вообще наши голубые машины, что ли? А я думал, что он на голубом мотике приехал, а это наши машины, что ли, голубые? Да? Это наши голубые машины, что ли? Все, все, бывает. Это наш машина. Видео просмотрено. Подписка плюс.